Оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями в Чувашии подвел итоги уходящего года. Его результаты в следующем репортаже. С итоговым докладом о деятельности оперативного штаба по управлению контртеррористическими операциями в Чувашской республике выступил временно исполняющий обязанности начальника УФСБ России по республике Андрей Семенов. Как он отметил, основные усилия штаба в истекший период были направлены на своевременное выявление признаков подготовки террористических актов, обеспечение безопасности подготовки и проведение важных федеральных и региональных общественно-политических и спортивных мероприятий. Анализ практических действий и общий разбор учений с заслушанием членов оперативного штаба и руководителя группы посредников показывает, что силы и средства группировки штаба в целом готовы к выполнению задач по противодействию терроризму. В соответствии с планом Национального антитеррористического комитета в 2015 году на территории республики проведены 2 антитеррористических и 2 командно-штабных учения, в рамках которых проверена готовность силовой группировки оперативного штаба к решению служебно-боевых задач. Поставленные перед подразделениями задачи в ходе учений были выполнены в полном объеме. Анализируя деятельность штаба в отчетный период, необходимо отметить, что решение НАК и ФОЖ, указания аппарата НАК, мероприятия, предусмотренные планом работы оперативного штаба, выполнены в полном объеме. Принятые штабом меры позволили не допустить совершения в текущем году террористических актов на территории Чувашской республики.